Друзья, всем огромный привет! Сегодня я вас хочу познакомить с своим домашним тренажерным залом. Кто хочет, тот всегда все сделает для того, чтобы найти мотивацию и тренироваться. И тем более в связи с последними событиями, по сей день тренажерные залы закрыты и приходится как-то договариваться, как я в начале 3 месяца назад, где-то в начале всей этой вирусной ситуации, я договаривался с директором туристической базы, чтобы приходить туда в зал. На сегодняшний день я подумал, что уже хватит тратить время на дороги, на все эти ненужные дела, которые много времени занимают именно на поездку, пока разденешься, переоденешься, потом помоешься, и решил уже для своего удобства соорудить домашний зал в домашних условиях у себя дома. И хочу сказать, что я где-то около 2 месяцев искал компанию, которая предоставит именно нужный мне тренажер, в котором было бы все, что я хочу, и компактный, и он не стоил очень много денег. Я нашел компанию Ultrawood, которая мне предоставила тренажер полностью весь, чтобы меня все устраивало. Здесь есть подтягивания, сюда я вешаю TRX, есть штанга. Даже я удивился, что у меня получилось собрать, потому что даже когда мы бываем на сборах, не всегда получается сделать тягу к себе, бокс, потом скамейку, и есть такая дополнительная перекладина, которая также упирается, переставляется куда хочешь, можно ее вообще убрать, и у меня даже получилось соорудить тягу к себе, и это очень классно. Также есть, получается, страховочные крепления, когда приседаешь. Эти тоже все переставляются. Самое важное для меня было это брусья. Здесь в комплекте идут брусья, мячи, гири и стеллажи, получается, под это все хранение. Плюс я еще заказал себе тележку. Она такая уже модифицированная, нового уровня. Тоже ее так же себе установлю. Пришлось еще купить мне тренажер дополнительно, чтобы также можно было для даблпулинга делать тренировки или какие-то короткие ускорения. Компактный модуль, я думаю, сколько, ну, примерно на 6 квадратных метров он размещается, и я очень доволен. Просто хотел с вами поделиться, что можно в домашних условиях тренироваться и соорудить такой удобный компактный комплект. Желаю вам тоже искать мотивацию, и может кто-то из вас тоже захочет в домашних условиях сделать у себя такой комплекс. Так что я хочу еще огромное спасибо сказать компании Ultrawood за предоставленный мне тренажер. И я наслаждаюсь и не трачу время теперь на пробки и ненужные дела, когда я еду на тренировку именно в спортзал. Всем спасибо, удачи. Вот такой обзор на мой мини-зал.